вот Алексей Владимирович дошел до своего места заветного. Но где-то есть кленовый сок, а где-то нету. Ну, вроде как немножко раненько, так сказать. Так-то он вроде в апреле начинает большей частью. Ну, ничего. Сколько-нибудь соберем. Попьем вечерком. Запасемся витаминами. А там еще немножко. Ну, попить точно хватит. Ну вот, смотри, считай ведро. Ну, большое ведро там. Ага. 10 литров. Я сейчас поделю на 2, чтобы удобнее нести было. Пришел первый раз, поэтому без особых приспособлений просто проверить. Значит, смысл такой, что дело даже не в календарных датах. Ну, мы ведем записи у себя. Я посмотрел, в прошлом году, там типа 4 апреля пошли ставить. А дело в погоде. Вот в этом году погода весьма так, ну, она, собственно, каждый год по-разному. В этом году вот так. Тепло началось раньше, уже до этого, в марте, по-моему, в начале там или когда-то был дождь, плюсик был какой-то. Вот. А кленовый сок, он как раз идет, когда днем плюсик солнечный, а вечером, ночью минус. Небольшенький. Вот поэтому, ну, даже если мы чуть-чуть прогадали, нам мы все равно успеем себе какое-то количество собрать. Вот, так что слава богу. Слава богу, что есть возможность пить натуральное. Вот, и мы сегодня рады. Будем сегодня пить. Бабушек, дедушек угостим. Так что всем будет хорошо. Вот, слава богу, у нас тут, ну, как бы даже сказать, не относительно, а чисто экологическое место. Тут никаких ни производств, ничего нету. Ближайший большой город 150 километров от нас. Поэтому здесь кленовый сок можно брать. Потому что если где-то возле дорог там, то, ну, любое дерево, клен, собирает в себя всякие химикаты, там всякие вредные вещества. И такой сок точно пить нельзя. Вот, а у нас, слава богу, ничего этого нет. Поэтому будем наслаждаться Божьими дарами. Каждый период времени по-своему хорош. Лето, осень, зима, вот весна пришла, мы радуемся. Так что пейте и кушайте только натуральное. Во славу Божию.